Сегодня в Тюмени для всех школьников звучит последний звонок. Бывшие ученики собрались на Цветном бульваре, где для них проведут двухчасовую программу. Там находится и наш корреспондент Екатерина Кальченко. Она сейчас на прямой связи. Добрый вечер, Катя. Какое настроение у выпускников? Добрый вечер, коллеги. Ну, по крайней мере, сейчас у настроения у выпускников хорошее, ведь сегодня для них подготовили незабываемый праздник. Хотя с некоторыми ребятами мы уже успели пообщаться, кто-то уже начал скучать о школе. Для кого-то еще сознание не пришло, что впереди взрослая жизнь. Сейчас у них сложный период, готовятся к экзаменам, поэтому сегодня им дали возможность хорошенько отдохнуть. Организатором сегодняшнего выпускного выступил Тюменский индустриальный университет. Для ребят подготовили конкурс. Курсы награждения, также выступит группа «Бандерас», ребят становится все больше, и вот выпускники. Здравствуйте. В программе сегодняшнего мероприятия Кирилл. Розыгрыш призов Тоня. От Тюменского какие-то ощущения уже есть, чтобы школу закончить? Награждение победителей межрегионального конкурса «Будущее. Свобода. Инженерная элита». Смотрите, какие и выступление планы. Популярной группы Вступить. «Бандерас». Именно сегодня прозвенит самый важный звонок в ТИУ. Как прошел последний звонок? Когда будет выпускной? Совсем скоро. Выпускной будет, по-моему, числа 26-го. Собираются, если не перенесут. А последний звонок прошел весело. К экзаменам уже подготовились? Правила поведения во время мероприятия. Ну, так, не оставлять несовершеннолетних детей. Спасибо большое. Я желаю вам удачи. Ну, а я добавлю, что сегодня здесь Вести праздник. Выпускной будет до 8 часов вечера. Все, кто успеет, приходите. В конце праздника ребята все соберутся вместе, запустят воздушные шары. Поэтому, кто хочет поздравить ребят, вспомнить свой выпускной, пожалуйста, приходите, успевайте. Студия. Прямо сейчас накрывает ностальгия. Спасибо. На прямой связи со студией была наша коллега с Цветного бульвара Тюмени. Там сегодня для школьников прозвучал последний звонок.